Добрый день всем! Вот и начался 2023 год. А я вам хочу показать свою работу, которая вышла в завершение 2022. Это прекрасная икона Святой Николай Чудотворец. Вышивала я ее на заказ. Ну и так как еще заказчик не забрал, вот теперь у меня появилась возможность снять видео. Видео для вас, рассказать, какие материалы я использовала, показать ее во всей красе. Может быть, для кого-то открыть что-то новое, может и нет. Все-таки сейчас Рождество Христово, сегодня 9 января. Очень-очень хочется показать эту красоту и рассказать вам. Ну и давайте приблизим и подробнее рассмотрим. Икона Святого Николая Чудотворца от набор для вышивания в смешанной технике 19,5 на 25,5 сантиметров от фирмы Художественные мастерские, кружевная 05/3. Предлагалось эту икону вышивать большим количеством цветного жгута в несколько сложений, но обсудив с заказчиком все наперед, а именно замену материалов и начало работы, середина работы, отчеты по этой иконе, я вам все снимала, все ссылки оставлю в инфобоксе. Те, кто следит за моим творчеством, наверняка видели. Ну, а если нет, может быть, посмотрите. И все мы обсудили с заказчиком. В общем, в набор входил бисер, акриловые бусины трех размеров и тонкий жгутик люрексовый. Ну, когда я взяла, распаковала все материалы, посмотрела и поняла, что нет, икона это все-таки такая работа, которая передается, ну, предполагается, что она будет передаваться из поколения в поколение. И вышивать ее только жгутом и акриловыми бусинами совсем не вариант для меня. Я подобрала рондели, беконусы, крупные бусины. И, в общем, все это разнообразие бусин пришила. Конечно, я пользовалась и теми материалами, что нам вкладывал производитель. И надо сказать, поначалу к этой работе даже было страшно прикасаться. Набрав определенный пакет материалов, я поняла, что да, это оно, это точно получится. Но все равно девочки, мальчики, те, кто вышивает иконы, особенно самоподбором, ну, это какой-то, для меня это очень особенный вид творчества. Да, мы можем подобрать там ниточки на новогоднюю игрушку, бисер, на брошь, ой, и что-то еще небывалое. Но вот икона, конечно, у меня, она вызывает особый трепет в душе и в сердце. Много можно рассуждать, почему, отчего, и для каждого это свои ощущения, и для каждого верующего православного это абсолютно свое определение иконы, свое определение веры, хотя оно едино в принципе, но чувствует каждый по-разному. И на самом деле наша вера заключается не в том, а ел ли ты в пост мясо, например, да, ну, совсем в других вещах. Ну, это мое мнение. Оно субъективное, пусть оно так и останется при мне. Ну, если у вас есть какие-то мнения на этот счет, то вы, пожалуйста, пишите. Давайте рассмотрим поближе. И мало того, что я приблизила, я еще попробую. Сейчас включу лампу. Думаю, да. Все-таки
Вот некоторые материалы так должны быть. Должны выглядеть ярче, быть в фокусе и так. Что же здесь в общих чертах пришито? Здесь у нас бисер. Чуть крупнее бусины. Здесь ювелирный бисер. Акриловые бусины. Понемножечку я совсем их взяла. Там, где, на мой взгляд, это уместно. Здесь рондели. Беконус. Он не один по всей работе, их несколько. И, конечно, тот самый жгутик. Давайте, наверное, я сниму камеру и покажу вам поближе. Вот так я оперла на свои локти камеру, чтобы не сильно трясло. Да, вот такое разнообразие материалов я выбрала. А еще вот здесь я тоже вшила ювелирный бисер. Как бы ребрышки, да, чтобы не было просвета ткани. Вот эту, скажем так, парадную арку я украсила вот таким образом. Пришивала я рондель ювелирной бисеринкой и, естественно, на два раза. Также чешские бусины. Они чуть темнее, но в общем контексте они сочетаются. Бусины круглые, бусины типа бисер. Но они идут как номер 8, но я думаю, что они, наверное, даже может и номер 6. Ну, это уже обычный бисер, просто он здесь так крупно выглядит, и ювелирный бисер. Корону я украсила этим же самым жгутом. Но с бусинами здесь бисер добавила еще одного красного оттенка. Он более яркий и очень хорошо сочетается вот с этими рондельками. И получилось, вот здесь я осветлила рондели и вот этот бисер. Получилось, в общем, неплохо. Вот эти все вензелечки я расшивала хлопковым мулине. Хлопок с вискозой. Оттого он дает такой блеск. Очень-очень мелким стежком и в прикреп, и стебельчатым швом. Смотрела по ситуации, как удобнее, как лучше. Дальше, ну, крест у нас помещается опять же на вот этих бусинах. Я думаю, таки все-таки это 6-й размер, не 8-й. Одеяние расшиты. Вот здесь тоже в прикреп вот эта самая нить. Нашла я ее в AlixVille. Сеть магазинов у нас есть новосибирский. Ну и здесь бисер, который шел в наборе. Здесь вот тот самый жгут. Вот тут я пришила те самые бусины. Они здесь акриловые. Они и по размеру хорошо, и подчеркнули вот эту композицию центральную. Я решила, что здесь это будет очень даже уместно. Может быть, тут у Николая Чудотворца висит кадила на руке. А может, это и расшит так рукав одеяния. Лик Богородицы я тоже расшивала с применением рондалей, вот этих самых крупных бусер, бисера, и в центре, ну как бы окантовка, это тот самый блестящий, скажем так, люрексовый шнур. Ну, тут тоже все расшито. Крест я решила сделать на Библии. Вот вензелечки на Библии расшила более темными нитками и подчеркнула серединным элементом вот этими крайними и угловыми. А сам крест я решила осветлить, дабы он выделялся в общем контексте. И он действительно выделяется. Всю работу я начинала с оклада. Вот такие резные углы у оклада и узор. Я приложу еще фото в конце ролика. Тем, кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Узор как бы
ассоциируется у меня со столбами некими такими резными. И опять же здесь люрексовый жгут и вот это ювелирный бисер, который я пришивала очень-очень тоненькой иголочкой. Несколько игл были сломаны. Но, тем не менее, работа доставила мне огромное-огромное удовольствие. Вот так она смотрится в итоге. 3 месяца у меня ушло, но совершенно не ежедневной вышивки. Ну, работа доставила массу-массу таких очень светлых эмоций. Ну, конечно же, я читала молитву, когда вышивала, потому что невозможно вышивать такую икону, не прочитав никакой молитвы. Да, тем, кто не вышивал иконы, как это делается? Я вышиваю иконы среди иных работ. Ну, уже порядком 10 лет. Первая моя икона, посвященная сыну, князь Игорь, она была вышита практически 11 лет назад. И тогда, и сейчас я иду в храм, прошу благословения у нашего батюшки. Он благословляет меня. И я вышиваю работу. Ну, когда-то давно мне батюшка сказал, что благословляю на вышивку всех икон. Но каждую работу ты берешь с иным ощущением, с какой-то иной подачи. Может, ты просишь для себя, может, ты ничего не просишь. Может быть, это, как в данном случае, икона заказная, а может быть и нет. То есть вот совершенно разные ощущения при каждой работе и, соответственно, совершенно разное все. Все разное. Совершенно по-разному воспринимается работа. И, на мой взгляд, обязательно надо просить благословения на каждую работу. Ну и, наверное, я не знаю, что еще рассказать. Давайте чуть-чуть еще покажу. Вот эти элементы тоже мне понравились. Одни из первых элементов. Вы знаете, работа была такая творческая, когда я вышивала первый угол и низ, и второй угол. Я пыталась соблюсти симметрию всех этих элементов на вышивке, всех бусин, чтобы они симметрично, чтобы здесь ювелирный бисер, и здесь обычный, и здесь. То есть все, чтобы было симметрично. А потом как-то включилась настолько в работу, что уже не задумалась. Было шибко интересно. Очень было интересно вышивать, работать. И вообще, мне кажется, что есть работы, с которыми ты внутренне общаешься. Ну вот это какой-то такой случай. Ну и завершение. Раз уж это Николай Чудотворец, очень хочется пожелать вам, чтобы достижимые и недостижимые чудеса случались у вас в 2023, да и не только. Ну и, конечно, мира и добра всем семьям и всем людям на земле.